Я бы хотел представить вам уголок крестьянского быта. По традиции наш уголок крестьянского быта открывает русская печь. Русская печь играла огромное значение в жизни любого крестьянина. Она занимала центральное место в любой избе. Русская печь открывала большой функционал возможностей для ее владельца. На русской печи грелись, в русской печи готовили вкусные щи и борщ. В русскую печи сушили овощи. Зимой у печи держали животных молодых и птицу. Реже печь использовали в замену бани. У печи расположены все необходимые инструменты. Ухваты и рогачи для различных чугуночков разного размера. Деревянная лопата для посадки хлеба. На печи размещались разные рода инвентарь. Посуда. Жар из печи использовался для утюгов. Зола применялась для отбеливания одежды, для мытья посуды в качестве удобрения. Далее я хотел бы представить вам особую вещь. Это сундук, который имел огромное значение. Их имелось несколько в избе. В сундуке хранили приданное для будущей невесты. Вышитые рушники, половики, скатерти. Рядом устанавливалась кровать. Кровать устилалась мягкой периной. На кровати лежали подушки с вышитыми наволочками. Рядом с кроватью лежала люлька, которой иногда подвешивались под потолок. Это работа одного плетнянского мастера. Его нам предоставила Парфентьева Наталья. Ее дедушка ее варил. Далее я бы хотел бы показать вам стол, который являлся для их хозяев ладонью Божией. На столе всегда лежал хлеб. Устанавливался самовар. На самовар вешались баранки. Баранки – это символ гостеприимства. Далее я бы хотел вам показать женский угол. Зимними долгими вечерами девицы пряли. Прялка – это особый инструмент, который был украшением избы. Иногда изготавливались прялки с красивыми узорами, которые являлись оберегом и защитой от темных сил из глаза. Также в нашей комнате крестьянского быта есть вот такая шкатулка резная, работа неизвестного мастера. Мы не сохранили его данные. Здесь располагался мужской угол. Мужской угол. В мужском угле стояла широкая лавка. На ней мужчины занимались починкой лаптей. Делали деревянную посуду. Отбивали косы. Занимались ремеслом. Также мы можем видеть вот такое коромысло. На нем девушки носили воду. Особым экспонатом является наша ручная мельница. Нам ее предоставила Подлузская Екатерина, уроженка
из старой мармазолки. Аппарат в отличном состоянии. Еще у нас есть ткацкий станок. Любой может попробовать себя в этом деле.